Кентавр, это корпорация «Голубой кактус», и с вами я, енот. И она, волк. Сегодня мы играем в «Ангела подков», как обычно. Остановились мы на четвертом уровне. Где Альтаир? Похлопаем, похлопаем. Так. Лиза бежит в конюшню. Еще утром она никого здесь не знала. Теперь уже чувствует, что потеряла своего лучшего друга. Дюга. Как все это связано друг с другом? Мистер Сэндвич, Альтаир Сабина, а еще таинственный диплом. Все они как-то связаны. Но Лиза не знает как. Она ругает себя за то, что оставила своего друга. Лиза знает, что сделает все возможное, чтобы вернуть его и больше никогда не покидать. Мы умрем вместе! Ночью я в Минске в школе играл. Ночь. Уже темно. Надеюсь, она все еще в конюшне. Мы дойдем. Да, мы так быстро все это сделаем. Звездочки. Секунду. Ладно, в любом случае мы почти уже дошли до конюшни. Ладно, сейчас поговорим. Сейчас поговорим. Сейчас все будет. Что-то хлебушек захотелось. Слышь, ты на что намекаешь? О, а ты что в своих штанах? Анна, Алина, что случилось? Альтаир пропал. Я не знаю, как это произошло. Возможно, мистер Герман... О, Герман! Знает больше. Это очень плохо, Лиза. Думаю, кто-то влез сюда и увел Альтаира. Кажется, мистер Герман видел, что случилось. Невероятно, в конюшню, в мою конюшню, ворвались люди в масках и увели этого чудесного коня прямо у меня из-под носа. Да, нос у тебя большой. Как они забрали его так быстро? В смысле, они же были... На проблемы ни по чем, у нас лица кирпичом. В смысле, он же был ранен. Двое схватили меня. Больше всего Лера читает, кажется. Ну ладно, я не против, мне даже нравится. Двое схватили меня, остальные увели Альтаира. Какой ужас! Так объясняет, как они его смогли увести. Да. Ой, я обновилась. Ладно. Ну ты на меня так плюешь. Я вообще-то на компьютер... Что ты на него-то плюешь? Я не плевала, я кашляла. Он так бедненько. Эти люди могли оставить следы. Давайте поищем зацепки в конюшне. Том так. Ладно, займитесь этим, а я постою снаружи. Чем заняться? Тоже как мистер Сэндвич на всех распинает. Давай. Так. А ничего нет. А может еще одна есть звезда? Ох. Вот так только не надо лагать, ладно? Сейчас погоди. Ничего нет. Секунду. Где же эта улика? Даже не знаю. Может быть здесь, в темном углу? Нет, кажется, здесь нету. Какая-то бездна, которую нельзя пройти. А что это за спичечная коробочка? Надо бы посмотреть. Не нажимай. Дверь открылась, нажал. Открой, пожалуйста. Странно. Коробка спичек с логотипом «Диплом». Федя, это ты? Как мне стыдно-то, а? Дверь открывай. Смотри, на нем что-то нацарапано. Баррикада ТН. Что это? ТН таким образом, а? Что, каким образом?
О, я знаю, что это. Это старый заброшенный склад диплома. Короче, ты будешь играть в истории Линды и Анны, а я буду ее и Алины. Окей. Нужно отправиться туда и посмотреть, нет ли там Альтаира. Най. Ок. На текстуре. А на чем мы поедем? Это кто? А это же та баба. Не-не-не. Сабина. Да, Сабина. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я не могу поверить, тебе этого позволить. Если бы об этом узнает учитель или родители, они с ума сойдут. Слышишь? Да. Вот кто говорил. Оставайся здесь, пусть этим займется полиция. Поверить не могу, что она нас заперла. Она слишком многое себе позволяет. Во что она влезла на этот раз? Она совсем рассудок потеряла. Разве она не понимает, что здесь происходит? Кажется, нам выбираться отсюда. А как же нам выбраться отсюда? Другой вход. Дверь другая. Логично. Это не будет закрыто. А по-любому. Она вообще не нажимается. Ну, вот сюда, значит. Тихо. Дрель. Дверь открывается с помощью этого рычага. Надо чем-то заклинить. Нет, что-то заклинило замок. У меня не выйдет. То есть, баба, у тебя тут целая конь... Они зашевелились. Почему они не напоминают зону? Нами говоришь? Можно с вами поговорить хотя бы? Это вообще обосралось. О. Это что было? Мы с Анной наляжем. Что? Ну короче, они нажмут на рычаг. Думаю, мы сможем приоткрыть створку так, чтобы ты пролезла. Вот, возьми, пригодится, если попадешь. Переплет. Переполоху, что ли? Мы взяли инструмент Алины. Теперь беги к двери, а мы с Анной ее откроем. Я отправлюсь на заброшенный склад. Оставайтесь здесь и ждите мистера Германа. Я бегу. Открою щелочку, чтобы я пролезла. Всю нафиг дверь открыли. Логика. Она закрывается? Да. Ну, когда выйдешь. Ясно. Чё, да, склад? А где склад? Ну, как поняла, он за городом. Мне придется отправиться на заброшенный склад в темноте. Но я должна сделать это ради Альтаира. Мы не записали даже 10 минут. Ладно, в одной серии, две серии, нормально. В одной серии, две серии? Ну, думаю, вот этого мало? Ну, естественно, он как мало. Что-то чересчур даже. Мимолетная секунда. Так, думаю, все-таки 8 минут это мало? Да, мало. Короче, еще одну записываем в одну серию. Уровень 5. Промышленный комплекс. С неожиданным для себя целеустремленностью Лиза пробралась на темный пугающий... по темным пугающим лесам. Несмотря на то, что она никогда раньше здесь не была, даже днем, она чувствовала, будто ей указывают дорогу Альтаир. Мысли о нем гонят ночную, прохладную. Если о нем гонят ночную прохладу и дают ей силу. Чтобы идти еще быстрее, она добирается до места, о котором говорила Анна, и осматривается. Питики. Будем их называть гомики. Гномики. Гномики, вот да гномики.
Должно быть, это промышленный комплекс. Похоже, его тщательно охраняют. Нужно найти какой-нибудь способ пробраться туда. Может, это по трубам? Может, это по трубам. Баба, как ты здесь прошла? Ух ты! Альтай, Альтаир творит чудеса! Как трава звучит! Вон туда, наверное. Ага. Капец, он там траву рубит под ногами. Тогда еще. Хорошо охраняют это место. Да. Кстати, тут очень сильно ходил, да? Не дуй в микрофон. Почему? Потому что там слышится вот так. Улетаем, пать твою, мама. Где? О! Куда она летела? Где мы? Куда она летела? Я пробралась внутрь. Теперь нужно не попасть в свет прожекторов. Они не должны меня увидеть. Если мне удастся закрыть все трубы, повернув эти колеса, давление пара прорвет в большой трубе отверстие, в которое я смогу залезть. Где прожекторы, во-первых? Вон прожектор. А где колеса? Во-вторых, это, наверное. Вон там на карте показывают. Слева там быстрее. Гибни. Там звездочка. Внизу. Какие хоть? Нет, прожи. А, нет, была. Сейчас где-то здесь. Я слышу даже, как он ревет. Поверни меня, Лиза, поверни. Поверни меня. Ну, если я не туда, я не так шла. Мы в какой-то жопе. В полной. Жопе. Жирной. Жопе. Большой. Жопе. Все, у меня кончились прилагательные. Жопа. Это как в 10-м рыбе. Так вон где? Это как в Рэгдейсе. Давайте, босс, его оскорбим по-кроличьи, чтобы морковка сгнила. Что-то там еще. И жопа. Босс, ну вы чё, это же жестоко, он может после этого не выйти. Я сорвался. Жопа, жопка. Там что-то шумит. Там след. Я не врубаю, что. Может, в какой, я извиняюсь, конечно, попе она там колесо нашла. Эти огромные ворота открываются только с помощью какого-то устройства для открывания электронных дверей. Логика. Где мне найти эти специальные устройства? Так. Мгновенная пауза. Не пауза. Звездочка нас вела в правильный путь. Надеюсь, по крайней мере, что в правильный. Я так понимаю, вот прожектора? Угу. Мне кажется, мы пойдем. А может, попадем? Ну, почти. Почти попали. Вон там, я думаю, уже будет жопа. Фу! Что за говно плавает? Фейспалм. Занавес. Пошли за звездочкой, она нас ведет правильные пути. И мне кажется, мы сейчас выйдем.
Смотри, как он звучит. Блин, я прыгаю просто на одном месте. Звездочки быстро делают хорошие дела. Я уж, конечно, извиняюсь, но в какой жопе? Ой-ой-ой. Да, он в другую сторону идет. Ладно, так, что у нас тут? Мне кажется, здание должно быть какое-то там трудное, прям сверхъестественное. Но мне кажется, мы просто тупим на этом уровне, все. Да. Игра-то моя 12-летних. 7-14. Где тебя? Ты это на что намекаешь? Ну тебе же 14. По сути дела, мне эти Угры. Машина. Интересно, кому она принадлежит? Возможно, мне удастся выяснить, кто за всем это стоит. Стоп. Лиза, это я... очень... Всё заново. Лиза, это очень темное место, а я, наверное, очень слаб. Наверное, или слаб? Он сам не знает, слаб он или нет. Но он же слаб, он не знает. Сломай логику. Машине. Ну-ка, можно на тебе поесть? О, можно. Ваша электронная карта. А, мы нашли. Ваша электронная карта. Но теперь она точно наша. Похоже, машина принадлежит компании Диплом. В любом случае, с этой картой я могу открыть ворота издалека. Издалека? Так я навела карту. Пиу! Как пистолет не мое. Какой-то гаечный ключ у нас есть. И карта. На которой инициалы В и А. Ва. Или Ав. Ав. Я банка. Ва. Банг. Я не уйду отсюда без Альтаира. Посмотрим, смогу ли забраться в этот склад. Еще дверь была. Подожди, мы тупо проделали весь этот... Тогда... Не хочешь ли ты сказать, что мама? Не надо искать те колеса. Те рычаги, которые поворачиваешь, чтобы разбилась какая-то труба. О, видишь, АВ. No count. Та-дан. 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 Хе, звездочки. Сколько дает одна звездочка? В Пандоре времени. Не знаю, 1 минута. О! Дополнительно. Тогда у нас 10 дополнительных минут. У нас 10 звезд? Да. Чак. Нифига ты. Получилось. Когда я доберусь до больших ворот, они откроются. То есть, блин, они так уже открылись? Тут, наверное, будут охранники. Мне это уже не нравится. С таким лагом? Да. О, вентилятор. О, там было так жарко, здесь такая прохлада. Кто-то курит. Я тестимся. Внимание! Курение вредит вашему здоровью. Подумайте о себе и своих близких. Да где сейчас? А вон и гномики. Вот так ловко. Я знаю пароль. Я. Лиза, я чувствую, что ты рядом. Я здесь, в темноте. Нужно отвлечь этих людей. Нажав на ту кнопку. Чего? Там расположена кнопка тревоги. Нужно будет спрятаться за толстой трубой, если они. Выбегут какой-то из трубы. Чувак под полом харакурить. Какие они... Ащ. Ага, чмошники! Гномики! Там, кстати, ничего нет. Куда это?
Но это задержит их недолго. А теперь нужно забрать отсюда Альтаира. Ура! Звездочка. Звездочка. Никаких лишних слов, просто звездочка. Альтаирчик, мы пришли за тобой. Сказали спрятаться за большую трубу, спрятали за ней. Альтаир! О, вот ты где, Аль. Ну, я постараюсь вытащить тебя отсюда. Дорогая Лиза, кажется, наша дружба скоро подойдет к концу. Не знаю, как мы сможем выбираться отсюда. Не сдавайся, Альтаир. Я сделаю все, что смогу, чтобы спасти тебя. У тебя дар, не сомневайся. Ты смогла пробудить меня от темного сна. Но ты уже пробовала вылечить меня, и ничего не вышло. Мой отец всегда говорил мне: не сдавайся, и сейчас я стала сильнее, Альтаир. Моя любовь к тебе гораздо сильнее, чем эти темные и злые люди. Сейчас я тебя вылечу, слышь ты? Видал? О! Слышала? Получилось! Я смогла вылечить тебя, Альтаир. Хотя мне никогда не узнать, откуда взялись мои силы. Ты словно постаралась, Лиза. Ты сняла боль, терзающую мою ногу. Не хочу из одной ноги, я думал, у тебя там рак легкий какой-нибудь. А еще из одной ноги ты устроил какую-то драму, типа, о, я умираю, боже ты мой. А почему ты в седле? Ну, давай читай. Почему не... Не хочу портить тебе настроение, но мы все еще здесь. Думаю, нам пригодится эта одна штука, которую мне дала Алина. Кажется, с ее помощью я смогу открыть клетку. Нифига, смотри, комики и сэндвич. Я так и знал, у девочки есть особый дар. Как-то связано с тем белым конем. А, баба, открывай быстрей. Я думаю, они меня не могли открыть. Вот эти гомики могли бы уже давно идти на меня сходить. Клетка открыта, теперь нам нужно уходить отсюда и быстрей. Я готов. Прыгай на спину и мы прыгаем. Да. Беги, девчонка. А за тобой и этим конем пойдет тьма. Она летит быстро. Я сначала прочитала, она лагает. Вам меня не достать, Альтаир, для вас слишком быстро. А, такой быстрый. Они на месте стоят. Такие думают, сейчас два счета согоним. А мы такие на одном месте. Не, они видят, что мы так лагаем, и думают, ну ладно, пожалеем. Ну, мы должны как бы по дороге бежать, но не суть важна. Видно, не судьба, видно, не судьба. Ютуб. Ба. Ба. Боженьки мои. Походу, я это не пролагал, ты видел? Да. Мгновение ока. Вы прям в лес врезались. Ну, все, думаю, на это уходит. Проскакали все на записи. Но было трудно. Да. В каждом серии есть такой эпизод, когда трудно. Когда мы тупим. Но я проскакал. Мы смогли. Это было трудно. Очень. Поэтому без записи. Да. Ну а с вами был Енон и Волк. Всем пока. Ну, до встречи. Всего вам, всем наилучшего. О, смотри, какой там это красный чмошник. Он мне нравится. Господи. Что вознесет Йорвин на нового глобального. Чего-то.